Праздник 4 ноября в Сургуте начнут массово отмечать в 13 часов. Перед городским культурным центром состоится митинг в честь Дня народного единства, а в 14 часов уже внутри здания состоится колоритный концерт. В 6 вечера в рамках празднования в Сургуте стартует ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств». В художественном музее программа «Арт-ночи» продлится до 23 часов. Также в течение дня запланирован тематический городской автомобильный квест.